Да, всем привет! Вы на нашем канале. У нас дома на диване. У нас дома на диване. Ну, пусть будет так. Мы идем сейчас с Машкой. С Машкой идем в новый торговый центр. Он открылся вот только сегодня. Идем смотреть шмотки. Ну и покушаем. Как раз узнаем, что там так круто. Камеру покупай. Камеру вырубай, не падай. Так, чё? Всё, забирай. Я не пойду вот так вот, я пойду вот так. Баба. Ёб твою мать. Я готова скупаться. Скоро открытие. Зенден, Глория Джинс. О, мы знаем, куда идти. Всё. Все в Глория. Не, спасибо, смотри. Да подожди, только два. Да, вроде все, они о, все. О, смотри, какие классные. Кедиксы. 5000. 5000? Да. Это что, Томми? Томас Манс. Короче, ушли мы с Зенден, там ничего интересного нет. Пришли мы в Глория Джинс. И узнаете, что? А вот что. Машка а нашла купальник. А, мы в салон зайдем, я тебе покажу вот этот секси купальник за 5000. За 5000. Ты же купишь мне купальник? Ну, конечно. Какой ты размер? Вот же, что где-то написано. Тут нету размеров. Люди добрые. Ну, короче, вот Глория Джинс. Какой же на маленький размер? Да. Короче, мы пошли мериться. Купальник. Упс. Глория Джинс здесь двухэтажная. И примерочник, как всегда, блин, куча народа. В общем, как всегда. Нравится, берем. Мне кажется, короче, пора найти еду. Да, мы походили немного по Глория Джинс, взяли дофига шмоток, сколько взяли? 12 шмоток, да? Или 14, короче, 12-14 шмоток взяли. И стояли полчаса тупо в этом... в очереди. Сейчас идем что-нибудь перекусить. Машка хочет поесть. Да. Три этажа. Лифт. В центре в других городах это просто один магазин. Один махасин. Махасин. Да. Ты нашла ха? Ты считаешь, что одна Глория... О, лайм. Лайм будет. На фанта. Еще тут что-то будет. Скоро открытие, бла-бла-бла. Там какой-то Торетто. Мы идем в Фанди. Да не идем мы в Фанди, я хотела поесть. Где тут еда? Нету еды. Нету еды? Нет. Мы сейчас пойдем кушать мусор. Короче, мы в Фанди зашли, и не знаю, сколько еще здесь будет в Фанди. Короче, сваливаем мы с Лаванды, потому что здесь ничего нет. И поесть здесь тоже нет. К сожалению. Да, Машка? Так что идем мы в наше любимое место, это в Витти. Да? Да. Витти. В смысле, что мы там будем делать? Есть. Хочешь гамбургер? Что, там холодно уже на улице, да? А я опять сюда. Ой. Машка там уже. Опа. А я тут. Дай куртку. Держи.
Ну, короче, как-то так. Да, выйти пойдем. В общем-то, мы пришли. Да, нормально будет слышно. Вот идти. Что за хочешь? Что, короче, вот как-то так. Мы зашли в магазин. Владикс, ты звезда. Мы уже покушали, вышли из Мусона, встретили Ксюшу. И теперь мы идем опять в Лаванду, потому что я проходила там 3 часа. Мы купили все, что только можно, только не то, зачем мы туда шли. Мы не купили мне ремень. И мы нормально не посмотрели мне кеды. Вот. Там идет Ксюша с Владиком. Что такое? Ладно, мы встретимся с вами в Лаванде. Там красиво. Сейчас надо было фоткаться. Теперь мы идем опять на выход. Все, мы прощаемся со всеми, да, всем пока.